Решение вопроса такого один. Ну, можно два вопроса решить. То есть вот это вот там в бак не влезу, это лед. Либо спирта в бак 0,5 чистого, например. И все вот это вот должно растаять. Ну, либо сливать и заливать, уже мыть бак, свежий заливать бензин. Больше ничего не... Ну, есть спецжидкости. Есть биджи, жидкость. Попробую сейчас найти и выложить. Прикол такой, на трассе машина заправляется постоянно. А, точно тает. Ты кто еще сомневается в отличном качестве нашего топлива? Оп, это вот что у нас? Ну, покажи. Блин, так плохо видно. Сейчас, подожди. Сложно собирается вот этот щелк. Твоя машина стала материалом для нового видоса. Она не так цепляется здесь вот двумя этими. Оп, оп, отверточка тоненькая. Да, ага. О, вот сиди, смотри. Вот он лед. Прям лед. Снег. То же самое. Так она у тебя как начала дергаться, да? Нет. Машина. Тяга чуть-чуть. Тяга пропала. Вчера съездил на заправку, набрал бензина, где мы постоянно заправляемся. Название не буду говорить. Жека, налей стакан бенза. Так. Аккуратно. Такой эксперимент хороший. Сейчас пойду у пацанов спрашивать, чем пахнет, как он, потому что я не понимаю, но бензин это не похоже. Жека вот тоже решил. Это хоть нафталин, что ли? Че? Нафталин или где? Это вот просто бенз, это 92-й бензин. С заправки с нашей здесь, с ближайшей, которой, в принципе, нередко заправляемся. Но мы покупаем так детали отмывать всякие. Сейчас вот двигатель у нас моют, разбирают ребята, перебирать будут. А я пойду к пацанам, поспрашиваю. Каждый что почувствует. Погоди, не дуй. Вань, чем пахнет? Стоном. Стоном? Да. Так, пойду к следующему. Братан порядок наводит. Братиша, чем пахнет? Нюх. Фу. Не, не бей. Это не вода. Какие-то растворители, что ли? Растворители. Блин, больше не у кого спросить. Потом еще у кого-нибудь спросим. Но я про то, что бензин бензином не пахнет. Я не знаю, чем нас заправляют на наших заправках. Но вот это вот. Вот такой вот беленький, прозрачненький. Так, сейчас мы, чтобы убедились, что это горючая смесь, сейчас подожгу. Братан, вот есть зажигалка? Вань, подойди с зажигалкой, а? Сейчас вот. Вот как вот он такой может быть прозрачный, бенз? Как водичка. Ну ты что там, где? А я тут. То есть вот тот же стаканчик. Оп. Аккуратно. Горит. Ну что горит? Бензин ли это? То есть вот результат потом. Разрушенные катализаторы. Замерзшая вода в бензобаках. И ответ на многие вопросы. Почему так? Тот же Приусяка, 30-й, что и у нас на топливо приезжал с водой в баке. Чуть позже приехал с такой проблемой, вибрация началась. Жека уже махнул коробку. Пошла вибрация по салону, причем на маленьких скоростях. Вот сейчас я не покажу, но при диагностике было видно, что... А Жень, с какой стороны? С этой стороны, да? Болтался привод. Сейчас спрошу, короче, в общем, с какой-то привод очень сильно
внутри коробки болтался, создавая тем самым вибрацию по салону. Так как коробки совсем дешевые, пока, по крайней мере, там что-то 6000 рублей стоит, но, к сожалению, закончились. А, это наши, нашему поставили, да? Наши, 6000 рублей коробка всего стоит. Ремонт такой неисправности вылез бы намного больше, значительно причем. Поэтому сейчас поменяем коробку, уже поменяли, пустим клиента и отзыв, обязательно выложим видео. Все заморал. Ну, Жек, покажи, где там проблема была, в чем? Подергай вот здесь. Вот здесь, вот шатался, капец, бля. Вот здесь стоит четко все, а там прям болталось в коробке привод. Ну и демпфер сразу решили поменять. Можешь достать? Потому что он у него, походу, брякал, он жаловался, что... Ну-ка, пружинки поболтай. Там они вот-вот должны были вылететь. Ну, болтаются сильно. Вот вылетели. Угу.